Удачу, которая любит смелых и ответственных. Решительные действия полицейского спасли жизнь пассажиру метро. На станции Курская кольцевой линии мужчина у края платформы потерял равновесие и упал на рельсы. Стоящий рядом полицейский Александр Загорский успел среагировать за считанные секунды. Он подал знак машинисту подъезжающего поезда, чтобы тот применил экстренное торможение. Затем успел схватить пострадавшего за плечи и вытащил мужчину на станцию за мгновение до приближения состава. Спасенный пояснил, что из-за большой загруженности на работе не спал несколько суток. На платформе он почувствовал резкое недомогание и упал на рельсы. Медики осмотрели пострадавшего. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.